«Не прожигай свою жизнь». Республиканская акция прошла в Полоцком районе. Сотрудники Полоцкого ГРУЧИ встретились с полочанами, учащимися школьниками, чтобы еще раз напомнить об опасности и предупредить об ответственности при обращении с огнем. В рамках акции упор делается на предупреждение пожаров от неосторожного обращения с огнем при курении. Донести до сознания учащихся посыл – курение – абсолютное зло. Для этого спасатели использовали не только беседы, но и фильмы профилактической направленности, тематические занятия, интеллектуальные и активные квесты. Если честно говорить, то не все признаются в том, что они курят, но, однако, я думаю, что это действенная мера, в результате которой люди понимают, что курить – это вредно, и не только потому, что это вредно, потому что, ну, как я это называю, за собственные деньги вы гробите собственное здоровье. Выпили, закурили, уснули, загорелись. Виновники пожаров чаще погибают не от самого огня, а в результате отравления продуктами горения. В состоянии алкогольного опьянения люди лишены инстинкта самосохранения. Так и засыпают с непотушенной сигаретой, от которой сначала загораются постельные принадлежности, а затем другое имущество. За текущий год в Беларуси по причине неосторожного обращения с огнем при курении произошло более 1000 пожаров, на которых погибли 351 человек. В Полоцком районе на сегодняшний день произошел 71 пожар, на котором погибли 7 человек. Пятеро из них погибли при курении в нетрезвом состоянии. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.